На этой неделе на заседании Комитета Рязанской городской думы по развитию местного самоуправления депутаты обсудили проблему наказания автовладельцев, паркующих машины на газонах и местах для этого не предназначенных. Горожане считают, что это серьезная проблема и требует скорейшего разрешения. По статистике, в каждой семье в регионе есть автомобиль, и им просто не хватает парковочных мест. Я всех понимаю, водителей, что ставить как бы надо куда-то, а... Ну, кто, конечно, вот так вот на газоны заезжает, это понятно, нехорошо это самое. Во многих районах нашего города автостоянки отсутствуют вовсе. Горожане возмущены работой сотрудников местного самоуправления и считают, что необходимо более серьезно отнестись к этой проблеме. По словам местных жителей, в некоторых районах Рязани достаточно много бесхозных мест для создания автомобильных парковок. Парковок мало здесь, в нашем районе, и машин, в принципе, негде ставить. Я понимаю водителей, что их надо куда-то ставить, но это, конечно, не дело. Не дело, и чтобы городские, как говорится, наши власти хотя бы пересмотрели этот вопрос. Вот у нас площадка вот эта находится вот здесь, вот видите? В принципе, ее можно сделать так, чтобы машины стояли здесь. Есть мнение, что проблема парковок на газонах в первую очередь заключается в самих водителях. Многие из них просто не соблюдают элементарных правил и норм культуры на дорогах. В первую очередь это человеческий фактор. Мы невоспитанные автолюбители, поэтому не уважаем друг друга. Вот здесь вообще неудобно. Детский садик, видите, нет нормальной парковки. Родители приезжают в утреннее время, вообще тут не подойдешь. Машин много. И жильцы дома, хотя пишут, что не ставьте, не паркуйтесь. Вот жильцы соседних домов паркуются. На данный момент депутаты Рязанской городской думы подготовили необходимые письма и документы, которые будут переданы в Государственную думу с предложениями по решению данного вопроса. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».